Добрий вечір, шановні городяни, добрий вечір, глядачі телеканалу «Миколаїв». Ми починаємо програму «Артпростір». З вами я, Галина Щерба. І я хочу сказати, що поруч із моїми гостями неможливо залишатися спокійним, байдужим і неусміхненим. Я думаю, що ви самі в цьому переконаєтеся, але я трошечки скажу пару слів про те, що наприкінці березня 27-го числа відзначається Всесвітній день театру. І Миколаїв можна по праву назвати містом театральним, тому що у нас не тільки три професійних театри, а ще і цілий ряд чудових аматорських. І сьогодні я представляю вам актрис Миколаївського театру «Парадокс» Маргариту Кузьменко і Оксану Іванову. Я вітаю вас у нашій студії, рада бачити вас сьогодні саме тут і провести цей вечір разом із вами. Я думаю, що наші глядачі також будуть задоволенням на вас і дивитися, і слухати. Добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте. Ми подивимося, перш ніж поспілкуватися, за традицією нашої програми, подивимося коротку візитну картку. Що б ви могли сказати, перш ніж ми її побачимо, про театр «Парадокс» і про своє місце в ньому? Ну, по поводу візитної карточки можемо сказати приємного, звісно, просмотру. Ну, а театр – це сім'я. І місце у нас в сім'ї. Отже, дивимося театр «Парадокс». Народний молодіжний театр «Парадокс» був створений у 1999 році. День народження – 13 жовтня. Перший режисер – Євген Долганов. З 2002 року – Лілія Гупало. Художник-сценограф – Олег Колар. У творчому доробку театру близько півтора десятки вистав у різних жанрах, серед яких «Королівські ігри», той самий «Мюнхгаузен», «Звичайне диво» та інші. Чергова прем'єра відбудеться цьогоріч у травні на сцені обласного палацу культури. Ми продовжуємо програму «Артпростір» і сьогодні у нас представляють театр «Парадокс» дві чарівні актриси. Отже, почнемо з назви вашого театру. «Парадокс» – це щось таке, що відкрите до неймовірних експериментів, до чогось нового, до парадоксів. Який найнеймовірніший експеримент і парадокс у вашому житті, у вашому акторському житті? А вы имеете в виду по поводу разноплановых ролей или эксперимент в контексте вообще какой постановки, которую мы ставили? Не, я уже зрозуміла, що саме те, що ви вже у парадоксі, це вже парадокс. Але мені здається, що це і ролі, це і постановки, щось таке, що у професійному театрі не завжди можливо. Ну, я даже не знаю по поводу экспериментов. Мне кажется, каждая роль – это по-своему эксперимент и возможность себя проявить с разной стороны. Это во-первых. А во-вторых, что немаловажно, очень здорово перевоплощаться. Ты можешь играть просто в новогодних сказках какую-то там собачку-кошечку, а потом играть 70-летнюю бабушку, и никто не поймет, что это был ты. Ну, это здорово, это классная такая работа над собой и тоже, скажем так, эксперимент. Оксано, у вас були неймовірні ролі, які ви можете вважати парадоксом для самої себе? Ну, ви повинні розуміти, що, граючи будь-яку роль, нам приходиться робити великі зусилля над собою. І є ролі, які більше підходять нам по нашому характеру, да, по якимось нашим внутрішнім убежденням. І, звісно, з такими ролями справлятися проще. Но иногда либо режиссер, либо мы сами выбираем для себя какую-то удивительную, парадоксальную для вот нашей личности роль. И ну, тогда, конечно, приходится работать над собой, пересиливать себя. Мы всегда обращаемся там, за помощью к нашим коллегам. Они нам подсказывают, они нам помогают, советуют. Очень активно мы работаем с нашим режиссером. И даже парадоксальные вещи у нас получаются, и мы этому очень довольны. Я думаю, зрители наши согласны с этим, что действительно даже вот такие удивительные парадоксальные роли, парадоксальные работы выходят вот на
рассмотрение зрителя, и все хорошо получается. Еще самое главное то, что иногда режиссер нас видит в тех ролях, в которых мы себя не видим, и у нас они получаются, да? Мы даже иногда боимся, допустим, претендовать на ту или иную роль, а режиссер в тебя верит и говорит, что у тебя все получится, ты попробуй. Я в тебя верю, я тебя вижу на этой роли. И ты думаешь, ну если меня видит режиссер, значит, у меня 100% все должно получиться. Но иногда она нас видит на те роли, где бы мы себя в принципе не могли представить, но по итогу это получается очень классный эксперимент, и это есть парадоксально для нас, да, потому что мы себя там не представляли, но эту роль мы сыграли. И, конечно же, как сыграли? Прожили. Ну, сложно что-то играть, это нужно действительно жить, это нужно действительно любить и действительно быть преданным этому делу. Ну, это часть жизни, по-другому никак. Я не знаю, как можно, знаете, говорят, вот театр — это хобби. Ну, я не знаю, как хобби, это просто часть жизни. Это нет такого, что ты сегодня, у тебя есть хобби, а завтра его нету. У тебя театр, вот, например, есть всегда. То есть все, выбора нет для тебя. Не потому что ты не хочешь, потому что просто ты для себя решил это, и все. Дивимося фрагмент із вистави, а потім повертаємося в студію. Добре, і продовжимо розмову. Когда идет дождь, милый, ты должен брать с собой зонтик. Мне хотелось аплодировать, но вот и надо было. Твоя антипатия к вам может сравниться только с моим презрением. И как? Щелчок после. Нет, ну это ведь героизм. Подумала я тогда, черт возьми, есть же такие люди, которые могут отказаться от больших денег. Я ни перед кем не обязана отчитываться. Да, а кто вас об этом просит? Тогда чего же вы хотите? Ничего, гляжу на тебя, мамочка, и ничего мне больше для счастья не надо. Полцарства за щепотку соды. Могли бы постучаться, прежде чем входить в дам. Да, мой желудок толкнул тебя раньше, чем я смог его остановить. Все эти три дня вы только и делаете что? Думаете о жратве. Как раз таки наоборот. Вот уже как три дня я о ней не думаю, я просто ем. Надо же выполнять условия контракта. А Микар не открыл кредит в ресторане. Кстати, было бы неплохо, я думаю, было бы неплохо, если бы мы получше познакомились друг с другом. Меня вовсе не Леон зовут, а вас? Меня тоже так не зовут, дорогой Леон. Леонардо. Ах, Леонардо. Да, как Леонардо да Винчи. К тому же я тоже художник, известный в Южной Америке. И если я согласился на предложение Александра, то вовсе не для того. Моя подпись на полотне стоит 5000 в наименее удачный период. Я лучше подожду распродажи по сниженным ценам. Отже, театр «Парадокс» представляють дві чарівні актриси у нашій студії. І ви сказали, що це ваше життя. Але ми говоримо про, в хорошому смислі, аматорський театр. Це простір для творчості, це простір для якогось нового подиху. Тому що у кожної з вас є свої справи, якісь професійні, домашні обов'язки. Це актори професійних театрів ходять в театр як на роботу. Ви ходите за задоволенням. Це от моя точка зору. Скільки років ви вже в театрі і що вас сюди привело? Я в театрі вже більше 10 років, ближе к 11. Що мене привело? Мене привело случай, скажімо так. Моя сусідка, она была участницей театра и сказала, что им нужна девочка на роль, скажем так, которая невысокого роста, значит, чтобы она играла ребенка. Я как раз-таки идеально подходила по всем параметрам, и я так стала участником коллектива. На временную роль пришла и осталась уже на длительное время. Чему вы залишилась в театре? Потому что это такая атмосфера, которая она настолько захватывает, и это невозможно передать это ощущение, когда занавес, и вот ты понимаешь, сейчас первый звонок, второй, третий, все, открывается занавес, ты выходишь. И этот сначала безумный страх, который просто уходит за секунду, и ты понимаешь, что это такое вообще неописуемое ощущение, что это кайф реально, ты просто настолько погружаешься в эту работу, в эту атмосферу и хочешь ее разделить со всеми участниками на сцене. Мы иногда настолько, бывает, на сцене заигрываемся, что
просто от друг друга кайфуем, будучи на сцене, знаете, вот. Настолько вот ты... У нас, когда идет спектакль, мы все выглядываем за кулисами, смотрим, как... Хотя мы все репетиции видели, но вот во время спектакля мы все выглядываем и смотрим. А что? А сейчас такой момент, сейчас что-то сделать. Так, ты смотри, как классно сделал! Обалдеть! У нас так и происходит, действительно. То есть мы настолько за каждого героя переживаем, готовы всегда встроиться, если какой-то там что-то момент, всегда помочь, что-то подать, что-то забыли. Но это такое ощущение, это вот такое напряжение приятное. И когда вот все, спектакль закончился... Там, ты вышли на поклон, ты такой, фух, еще хочу. Такое вот ощущение. Так, Оксана, ваша думка. Я в театре. И ваш шлях. С 2011 года. Ну, никакой необычной истории моего появления в театре не было. Я просто пришла, и вот осталась уже на 7 лет, и, надеюсь... Ну, еще несколько лет театр буде жити вместе со мной. Ви з тих дівчаток, які мріяли бути актрисою? Нет. Ні. Нет. І ви знаєте, я і зараз не мечтаю бути актрисою. Потому что если вдруг эта мечта сбудется, то больше уже не будет о чем мечтать, правда ведь? Поэтому мне сейчас хорошо, вот, смотря на то, что я вот... Мне сейчас хорошо от того, что я это делаю сейчас. В принципе, я не хочу играть профессионально, потому что, возможно, когда это станет работой, это не будет приносить такое удовольствие. Потому что вы же сказали, у нас у каждого есть своя жизнь, а театр — это... Это то, что помогает нам жить ярче, то, что помогает нам проживать жизнь более глубже, чем живут ее обычные люди, вот обычные обыватели. Поэтому он обогащает нас духовно, морально, он обогащает нас хорошими людьми, он обогащает нас здоровским опытом, он помогает нам справляться с многими жизненными трудностями, и он придает уверенности. І, ну, театр – це здорово. Бували випадки, коли вам саме допомогла ваші акторські уміння, здібності в житті? Якісь такі навички, які ви отримали саме в театрі? Звісно. Ну, безусловно, це відсутствие боязні виступати на публіці, відсутствие боязні сцени, великого кількості людей, да, щоб при них себя там нормально высказать свое мнение, громко говорить. Ну, действительно, ты как-то театр раскрепощает, безусловно. Потому что если актер пересиливает, ну, который, да, любой актер, я считаю, который уже стоит на сцене, он пересилит страх сцены, то дальше будет все намного легче. А давайте подивимося еще один фрагмент, а потом продолжим розмову. Она очень даже ничего. А, так ты сознаешься? Конечно, нет. И вообще, откуда к тебе в голову пришла эта идиотская идея? Я нашла доказательство. Доказательство? Да, чек и благодарственную записку. Солнышко, спасибо за прекрасную накидку. Мой галантный кавалер. Твоя Сьюзи. Не понимаю, о чем она говорит. А ты понимаешь, о чем она говорит? Понятия не имею. Ах, да. Он понимает, о чем я говорю. Только он не дарит таких прекрасных накидок своим любовницам. Он дарит им дурацкие перчатки. Очень даже симпатичные перчатки. Да при чем здесь перчатки? Вот я говорю, перчатки здесь абсолютно ни при чем. Так, ну и что я должен про тебя знать? Читишь? Да помолчи ты! А ми продовжимо спілкуватися із актрисами театру «Парадокс». Дівчата, ну, говоримо про театр, говоримо про акторські роботи, і не поговорити про репертуар, про ваших колег. Ну, це буде просто злочин, я думаю. У вас дуже цікавий репертуар. Ви один із найкращих театральних колективів у нашому місті, і, може, не тільки. З чого складається ось ця зернинка до зернинки ось у іміджі вашого театру? Це і репертуар, і команда, і настрій. От що б ви підкреслили, про що б ви хотіли сказати? Ну, на самом деле театр – це велика система.
Наскільки велика? От скільки у вас творців? Это огромная система. Это люди, это техника, это репертуар, это все предметы, декорации, это вещи, это реквизит, это костюмы, это свет, это музыка, это душевное состояние, это зрители, в конце концов, и это то время, в котором мы творим. И за час існування театру вийшло декілька, ну майже півтора десятки вистав. Ви видаєте прем'єру за прем'єрою. Знаходите і час, і натхнення, і якісь нові, або не дуже нові, так, або класичні якісь постановки. Знаходите можливість їх видати, подати через себе і по-своєму. От про яку б ви хотіли, от найяскравіша вистава у вас от в пам'яті? Да, все яркие представления. Нет такого, что самый спектакль, один определенный спектакль был ярче другого. У нас мы, в принципе, стараемся каждый год выпустить по премьере хотя бы одной. А потом у нас обычно начинается театральный сезон с показа прошлогодней премьеры и плюс новая премьера. То есть тем самым мы зрителю напоминаем, да, о прошлогоднем спектакле и плюс еще предоставляем возможность увидеть новый спектакль. Все яркие спектакли, там, наша комедия «Дружная семья» была тоже великолепный спектакль, очень легкий, позитивный, вообще на одном дыхании проходит. Обалденный тоже спектакль «Королевские игры». Синичка! Тебе приятен этот мой подарок? Как всегда, изыском. Я благодарю. Не заиграйся только. Безумие есть к нам. Не переступи обратно. Не вернуться. Обратно? Для меня в этом театре это топ спектакля, который ты... Вот, я могу его всегда смотреть с восхищением. Я безумно рада, что стала участником этого спектакля. Пусть даже, допустим, это была не главная роль, но тем не менее это просто обалденно быть частью этого механизма и работать в этом спектакле. Я не могу выделить какой-то один спектакль. Я считаю, что все спектакли достойны внимания. Это, наверное, нужно у зрителя спросить, какой спектакль ему понравился больше всего. Ну, да. Нам лично во всіх нравится работать. Я думаю, глядачі відповідають вам своєю любов'ю і аплодисментами. А як ви бачите свого глядача зі сцени? Яким? Думаючим, внимательним, уважительним к артистам, виключаючим мобільні телефони на спектаклях, желательно тихо говорящим, если он хочет что-то сказать, не на весь зал, например, когда какой-то очень трогательный, грустный момент на сцене, и кто-то в зале что-то как скажет, так скажет. Бывали разные глядачи, да, у вас. Да, конечно. У нас было очень много таких зрителей. У нас, нет, безусловно, мы благодарны каждому зрителю, который приходит на наш спектакль. И очень приятно, что зрители, которые попадают, допустим, туда, ну вот там знакомые, либо просто проходили мимо, увидели афишу и купили билет, и стают нашими постоянными зрителями, это очень здорово. Но, безусловно, есть зрители, которому там неинтересно или скучно, или это вообще, в принципе, театр, не его формат. Поэтому, скажем так, конечно, были разные ситуации. А от скажіть, будь ласка, три професійних театри у нашому невеличкому місті і декілька потужних таких аматорських. Що заставляє людину йти до театру? Виступати або подивитися? І чи має сенс іще і на непрофесійній сцені виступати? Можливо, відразу от ви розкрили свій талант, потенціал і йти у професійні актори? Ну, наверное, если бы не было смысла работать аматорским театром, то их бы не было. Естественно, зритель приходит посмотреть на аматорский театр, потому что он хочет видеть там своих друзей, да, своих знакомых, своих коллег. И ну, это очень такое тонкое, такое приятное ощущение, когда ты знаешь человека миллион лет и видишь его на сцене абсолютно другим. Ну вот наши друзья всегда очень тепло, очень хорошо отзываются о наших работах и всегда акцентируют внимание на том, что
«Вау, а мы не знали, что ты умеешь так делать, а мы не знали, что там вот у вас такие голоса». То есть люди удивляются, и это тоже заставляет их приходить все чаще, чаще и чаще. Они замечают разницу, потому что, ну, понятно, в жизни мы одни, в театре мы совсем другие. И, ну, это привлекает, это притягивает. Ви молоді, привабливі. Як реагують люди? У вас багато знайомств. Як реагують люди, коли дізнаються, що ви актриса? Вони лякаються, навпаки, починають по-інакшому ставитися. Смотря, як вони об этом узнають, понимаете? Либо вони об этом узнають, коли вони були на спектаклі, і говорять: «О, класно, я була у тебе на спектаклі», либо ти сидиш, говориш: «Да, я актриса». И сидишь, ты рассказываешь. Ну, я считаю, что в зависимости от того, как ты преподнесешь информацию, так человек на нее отреагирует. Но в целом всегда люди говорят: «Вау, класс, а как это? А расскажи, а что это?» Ну, есть, конечно, стандартный, типичный вопрос: «А какая там роль у тебя там? Кого ты там играешь? Кого ты там играешь?» Ну, вот просто люди так бывают. Ну, вот ты говоришь: «Где именно я играю? Кого? Ну, кого ты там играешь? В театре. Вообще, кого играешь?» Ну, то, наверное, из-за определенного незнания. Вам не щастило из знакомства, здається. Это редкие случаи. Ну, есть такое, просто как шучу, естественно. Но, конечно, люди реагируют положительно. И очень приятно то, что в целом люди интересуются, когда спектакль, хотели бы прийти, хотели бы посмотреть. Очень здорово, когда, бывает, люди подходят и говорят: там, ну, знакомишься, у нас как город маленький, в принципе, все друг друга так или иначе знают, и люди говорят: а вот вы играли там в спектакле, вот что-то лицо, говорит, знакомое такое. Конечно, это очень приятно, что люди, да, во-первых, да, ходят на спектакли, на наши, что супер, и, во-вторых, они тебя еще и узнают в жизни, это вообще замечательно. Ну, автографи скоро будуть брати. Конечно. Обов'язково. Давайте подивимося ще один фрагмент, і потім на прощання представимо прем'єру нашим глядачам. Почему не боишься? Вы можете убить меня, но никогда не убьете Эскила. Взорвете нас, но не сможете взорвать театр. Театр, речи. Я боюсь другого. Очень интересно. Чего? Что мы плохо сыграем? Плохо сыграть спектакль? Все равно, что убить его. Ведь каждую роль — убить автора. Вы будете стрелять в Эскила, но никогда его не убьете. А если нам не поверит зритель, если он останется равнодушным, это будет нашей общей смертью. А ты не похож на сумасшедшего. Я сумасшедший. А на чем ты это? С чего началось? Забыл роль. Вышел на сцену и все забыл начисто. Это было ужасно. И до сих пор не вспомнил? Вспомнил, но было уже поздно. Почему? Я перестал верить в себя. И до сих пор не веришь? И до сих пор не верю. Как же ты собираешься играть в этом своем Эсхиле? А я не играю. Я ставлю! Я режиссер. А для этого не нужно особого таланта. Уверяю вас, без этих женщин мы ничего не сможем сыграть. Рона у нас предводительница хора. А женщина — Антигона. Бессмертная, прекрасная Антигона. Выбросить их из действия может только полнейший профан. Это уже будет не театр, а абсурд. А абсурд, как и вы, убивать все живое. Мы никого не хотим убивать. Это нас убивают. І ми продовжимо знайомитися із актрисами театру «Парадокс». Дівчата, я думаю, що зараз, незважаючи на те, скільки часу у нас залишилося до завершення цієї програми, слід приділити увагу прем'єрі. Щороку ви випускаєте щось новеньке, щось цікаве, щось неймовірне і для глядачів, і для вас самих якесь відкриття. Який сюрприз чекає найближчим часом миколаївців? У нас вообще этот год особенный. У нас в этом году, получается, две премьеры. У нас была премьера 24 февраля «Повернення у нікуди», кто было, не знают. И вот будет премьера 24 мая. Естественно, мы приглашаем всех желающих. Это премьера комедийного жанра, спектакля нового. Название пока останется для вас сюрпризом, так что следите за новостями, за нашей группой в Фейсбуке «Театр Парадокс». Будет обязательно всегда обновляться новости касательно премьеры и показа.
Также еще добавим, наверное, что в этой работе у нас задействованы новые актеры, молодые, очень перспективные, интересные типажи, и приглашаем вас посмотреть на наших новых актеров. Да, и что очень интересно, то, что тут в этой работе работают два состава ролевых основных. Это говорит о том, что будет сейчас показ 24 mm-hmm. мая, и потом осенью будет показ в начале театрального сезона. Зритель сможет ознакомиться, да, увидеть этот спектакль в абсолютно двух разных составах, абсолютно с разными людьми. И это еще вдвойне интересно, потому что каждый состав по-своему уникален, каждый персонаж по-своему тоже индивидуален и преподносит актер ту или иную роль исключительно субъективно. Да. Это очень интересно и стоит внимания, так что обязательно приходите. Я думаю, що наші гості вже і вивчать ролі, вже вивчили ролі, так? Вже вивчили ролі, вже вибрали образи і вже готові здивувати. Чим будете дивувати? Прем'єра? Так. Глядач чекає дива. Мені кажеться, в принципі, кожен новий спектакль – це вже нові емоції. І, скажімо так, для нас це дуже... интересный опыт, потому что ты вот у нас буквально была премьера, да, совершенно в другом жанре, совершенно другого формата, и тут сразу мы переключаемся на другую работу. Ну, удивлять будем, конечно, пускай зрители приходят и с нами вместе на сцене посмотрят спектакль. Зажигает, так? Да, зажигает в зале, ну, только тихо. Тільки тихенько. Будем учить нашего глядача и уважно дивитися и вболевать, так? Конечно, ну это успев переживать. Комедия, мне кажется, людей, она в принципе не оставит равнодушным никогда. Люди очень у нас любят, ну, такой жанр, и люди с удовольствием их смотрят и просто такие, ну, выходят после комедии с таким, знаете, такие счастливые глаза, говорят, так приятно, говорят, так спасибо. Говорят, столько сейчас в жизни негатива, говорят, столько всего плохого, говорят, вот это вот ваша, говорит, комедия, как будто отключаешься от всех mm-hmm. плохих мыслей, и вот ты на секунду просто, вот на это время, да, на полтора часа ты оказался в другом месте, в другом состоянии, в другом мире, и вот они очень такие преисполненные положительным настроением выходят из зала. Всегда просят, спрашивают, а когда будет следующая комедия? Поэтому комедии ждут с огромным нетерпением. Всегда. На жаль, наша програма завершується, і я думаю, що у вас є чудова нагода звернутися до вашого глядача. Ну, в першу чергу, ми хотіли би, наверное, пригласить не только зрителей на наш спектакль, но и ребят, которые хотели бы попробовать себя вот, в новом амплуа, в театральном искусстве. Мы всегда рады новым членам коллектива. У нас очень хороший и добрый коллектив. У нас прекрасная семья, мы друг друга поддерживаем. Мы очень все веселые, такие смешные ребята. У нас всегда весело, никогда не бывает тихо. Вообще поэтому, никогда. Да, мы приглашаем вас, хотим, чтобы вы стали частичкой нашей дружной семьи. Да, опять же таки, по всей информации есть группа в Фейсбуке «Парадокс», вы можете mm-hmm. туда, как говорится, зайти, там будет вся информация по поводу наборов, коллектив, премьер, вот, и, естественно, приходите на нашу премьеру, очень будем рады вас видеть и хотим передать привет всем нашим участникам нашего коллектива, которые сегодня не пришли. Ребят, привет вам. Мы вас любим. Да, мы за вас сегодня все сказали. Дякую вам. Я думаю, що не вистачило часу все сказати, тому що попереду ще нові можливості, нові відкриття, нові експерименти і нові враження. Дякую вам за розмову і бажаю вам успішної прем'єри і вдячного глядача. А програма «Арт-простір» завершується. На все добре. До наступних зустрічей в ефірі.